В республике для поддержки участников и ветеранов специальной военной операции, а также их семей, делается многое. Большой вклад вносит и проект «Мордовия. Своих не бросаем», который поддержан фондом президентских грантов. Заявку на него подавал Олимпийский совет республики. Благодаря совместной работе с фондом защитников Отечества организована арт-терапия. Причем традиционным рисованием она не ограничивается. Бачата – это социальный танец, который не имеет возрастных ограничений. Его главное преимущество в том, что он не требует никакой особой подготовки, чтобы начать. И помогает найти общий язык через движение, а не через слова. И это не просто популярный танец, это и есть один из видов арт-терапии. Она направлена на возобновление контакта и улучшение отношений между парами, которые долгое время провели вдали друг от друга. Когда семьи очень долго не видятся, между ними образуется такая невидимая стена, которую очень сложно преодолеть, когда они не видят друг дружку на протяжении 6, 7, 8 или больше месяцев. Да? И эти танцы, они как раз нацелены на то, что, во-первых, отвлечь, и, во-вторых, разрушить эту стену между ними. Секрет хорошей бачаты – это эмоции. Если человек наполнен ими и готов поделиться с партнером и окружающими через музыку и движение, то танец получится, ведь в большинстве случаев бачату не готовят заранее. Важно запомнить только базовые шаги, а все остальное – это импровизация. Бачата – это культура, это не только танец, это и сообщество, это общение, это какое-то объединение. Люди объединяются по интересам, и для участников СВО, я думаю, что это тоже важно, чтобы обрести новый круг общения, опять же, абстрагироваться от каких-то негативных мыслей, эмоций, переключиться. Арт-терапия проводится регулярно, 2-3 раза в неделю. Бачату опробовали в первый, но точно не в последний раз. На помощь пришли профессиональные хореографы. Они провели разминку, а после началась основная часть занятия. Парам не просто показывали движение, объяснили, как почувствовать себя уверенно в танцевальном зале. В конце арт-терапии пары полюбовались танцем хореографов. Это целиком и полностью была импровизация. Даже после первого занятия результат есть, и его очень просто ощутить. В тот момент, когда я вернулся со СВО, то есть Маша, моя супруга, меня, можно сказать, притащила и говорит, давай потанцуем. То есть для меня это было классно. Для меня это был всплеск эмоций, добрых эмоций после напряженного времяпровождения моего на СВО. То есть здесь было полное расслабление. Помимо взрослых, ждут здесь и детей участников и ветеранов СВО. Танцы дарят возможность раскрыться и выплеснуть эмоции, а также активизируют каждую мышцу тела. Валерия Новикова, Дмитрий Малахов, Народные новости.